Особое мнение на 101 FM. 12.05 в Кирове. Программа «Особое мнение» в эфире. Я Анна Лапшина. Приветствую слушателей и говорю здравствуйте гостю нашей студии. Сегодня это Андрей Воробьев, член Ассоциации юристов России и член экспертного совета при региональной службе по тарифам. Андрей, добрый день. Добрый день. Ну вот. И всем слушателям добрый день. С наступившими, продолжающимися, потому что еще старый Новый год впереди, всех, наверное, слушателей, гостя нашего. Ну и традиционно в начале года, в конце года мы обычно подводим итог уходящего года и какие-то перспективы, нововведения, новации на предстоящий год озвучиваем. С Андреем мы сегодня этим тоже будем заниматься. И не можем, конечно, пройти мимо темы подготовки Кирова к юбилею, потому что и прошлый год под знаком этого события проходил во многом. Ну и этот год тоже. В том числе, конечно, в инфраструктурной, коммунальной сфере. С точки зрения того, что успели сделать за 2023 год. Если мы говорим о внешнем облике нашего города, вот ваше мнение, Андрей, как эксперта, насколько, скажем так, те службы, от которых зависит внешний вид нашего города, насколько они справляются? Если это в целом, если смотреть по отдельности в разное время, то, например, вот мне понравилось, как оформили театральную площадь, так. Особенно в Новый год, как это все выглядело. Вот. Если касается темы фасадов домов. Да, большая программа по ремонту фасадов. Программа большая, но вот почему-то в СМИ мы видим один и тот же дом каждый год и несколько раз в год по улице Карла Маркса, который отремонтировали. Это может быть просто журналисты ленятся другие фотографии сделать. Да, но почему-то вот мы пока не видим других, то есть кроме журналистов, то у нас есть ведь еще министерство, есть определенные подрядчики, которые заинтересованы в том, чтобы показать, как качественно работу они выполняют. Есть фонд капитального ремонта, который заинтересован показать, что он, по крайней мере, пытается выполнить краткосрочный план проведения капитального ремонта. И вот этой информации объективно не хватает. То есть мы по тем источникам, что есть в СМИ, мы просто не видим того большого объема работ, который проводится или не проводится, то, что касается фасадов домов. Ну, на самом деле, работа-то ведь есть. Главная улица не только Карла Маркса и Воровского. Так. Разбираемся по порядку. Давайте. Значит, когда заявлялось о том, что к юбилею города будут массово достаточно ремонтироваться фасады, назывались как раз центральные улицы. Ну, то есть ведь это задача, я так понимаю, да, такая, привести в порядок дома, которые находятся на магистральных путях, по которым ходят туристы, либо в старом городе, либо еще где-то. Ну, то есть, наверное, где-то делают и еще. Но просто это, не знаю, там, может быть, раз, два, три какие-то вот участки, дома какие-то, да? А основная — это как раз вот центральные улицы. Да, это просто юбилей города-то пройдет. Так. А жители-то в этих домах будут жить дальше. И когда, с одной стороны, у тебя фасад покрашен, да, в желтый цвет, и кое-как там штукатурка подделана, а с остальных трех сторон дома уже обваливаются кирпичи и подпорные палки, стоят, чтобы этот фасад не обрушился. А есть такие случаи, да? Такие случаи есть. Ну, это даже в СМИ можно посмотреть, и сколько сюжетов снималось и известными телекомпаниями в городе. Эти все информации есть, она видна, и на интернет-порталах можно посмотреть, в известных группах, соцсетях. И ведь проблема-то не в том, чтобы вот сегодня один день прожить, показать юбилей, там кто-то приедет, может быть, к нам из Москвы на это все дело посмотрит, там министр или кто-то еще. Вот. А дальше-то? Что дальше? А дальше, получается, мы сворачиваем всю программу отделки фасадов или как? Вот. И здесь-то, на мой взгляд, вот как мы говорили еще много раз и уже много лет, что нужен комплексный капитальный ремонт, и он должен идти одновременно с ремонтом инженерной инфраструктуры, то есть ремонт дорог с заменой сетей связан, там капремонт фасада должен быть одновременно с капремонтом крыши,
если меняются все системы инженерных сетей, там, например, отопление, водоснабжение, то одновременно должна быть и замена холодной и горячей воды и канализации, чтобы 10 раз не ломать плитку в санузлах у жителей, ну и так далее и тому подобное. То есть так ведь, Андрей, это вроде никаких бы всем денег, все известно уже так давно. Ведь никаких денег на это не хватит. То есть выбор простой. Есть ограниченная сумма, пусть она и не маленькая, да, много говорили о том, сколько денег фонд капремонта накопил за годы, пока не успевал делать вот эту вот, выполнять ту программу, тот план, который он писал на каждый год. Но все равно эта сумма ограниченная. И в момент, когда стоит задача привести в порядок лицо города, есть выбор. Сделать большое количество домов, вот внешнюю картинку, да, либо сделать небольшое количество домов, но полностью. Ну, как бы по уму, что называется, да. Сначала это, потом то, потом там третье, четвертое и так далее. Вот, понятно, что выбор будет сделан в сторону красивого. А не в сторону, давайте сделаем все. Есть ведь предельная стоимость. По каждому дому. Так. То есть она рассчитывается по квадратным метрам, утверждается распоряжение Министерства энергетики и ЖКХ, там по каждому виду работ. И ведь вот есть, допустим, сумма на ремонт фасада. Да, и получается фонд, да, там, по решению властей или самостоятельно принимает решение сделать один красивый фасад, например, там, с одной стороны или не со всех сторон. Ну разве это правильно? Это, наверное, надо все равно делать в комплексе, но это делать аккуратно, как-то достойно так, что пусть это будет не так дорого выглядеть, но это будет выглядеть аккуратно, чистенько и как-то так достойно, чтобы на это было приятно посмотреть. Ведь вот если мы даже возьмем пример там, реконструкции, реновации, капитального ремонта старых там, хрущевок, например, в восточной части Германии, в Берлине, в Прибалтике. Давайте не будем сравнивать Германию и Киров. Так, дома-то по тем же самым технологиям построены, по тем же самым проектам. Дома-то ведь ничем не меняются. Только мы смотрим на кировские дома и смотрим, как там к пятиэтажкам, хрущевкам почему-то в рамках капитального ремонта не штукатурят это фасад и не герметизируют межпанельные швы, а почему-то ставят лифты, чтобы жителям на пятый этаж было удобнее подниматься. Причем лифтов там никогда не существовало. Ну, внешне, я так понимаю, да? Внешне, да. Какие-то. То есть я, конечно, это сомневаюсь, что мы доживем до того времени, когда не в Кирове... Не доживем. Да, это что-то подобное скорее появится. Скорее мы доживем до времен, когда снесут. Когда начнется программа реновации, как в Москве, начнут сносить по поводу сноса, эти хрущевки и строить что-то новое. На их да, месте. По поводу сноса, вот эти панельки, которые были еще первые панельки там 60-х, там 70-х годов, они вообще были рассчитаны как временные на 25 лет. Да мы помним это все, конечно. Ну, но строили хорошо. Строили хорошо. Если не разваливается, зачем ломать? До сих пор ломать? Пока стоит, да. Но ведь проблемы-то остались. То, что их продувает, изоляция просела там, где она была. То есть люди замерзают, плесень. Эти вопросы постоянно встают, жители жалуются. Но эти вопросы не может управляющая компания решить одномоментно, потому что, как правило, это как раз вопросы капитального ремонта. А капитальным ремонтом у нас занимается либо фонд капитального ремонта, или если есть спецсчет, то жители должны на общем собрании собраться и принять решение отремонтировать фасад. Но когда... На спецсчете у тебя есть, допустим, 1 000 000 рублей, и ты его потратил на ремонт системы отопления, а завтра кто-то пожаловался и говорит, давайте сделаем фасад, то понятно, что денег на спецсчете нету, и надо либо принимать решение о дополнительных взносах, единовременных, например, с каждой квартиры там, по 10-20 тысяч рублей, чтобы насобирать еще 1 000 000. Там, либо обращаться в банк, например, чтобы получить кредит. Но ни один банк так просто кредит не даст ни управляющей компании, ни ТСЖ, ни ЖСК, потому что у них нет ни своих личных активов, ни какого-то имущества, то есть никакого залога под этот кредит нету. При этом ставки... Ну, мы знаем сейчас. Сейчас уже по 20%, да, на кредит, на вторичное жилье. И, опять же, если мы возвращаемся к опыту этой же там Прибалтики, то вот эта система, которую давно можно было внедрить, что... Вы проводите капитальный ремонт, здесь и сейчас вот сами обновляете свои дома, фасады у нас юбилей города, денег не хватает в общем котле. Давайте, вот вы 30% сейчас дополнительно еще взносы платите, в свой же дом вы вкладываете.
мы 30% вам добавляем из города и 30% из области или 30% какой-то займ или какой-то кредит с минимальной ставкой там на 10 лет, на 20 лет, и вы свой дом приводите в порядок и облагораживаете фасад и делаете его, ну, прям... Андрей, это фантастика конфеткой. Механизмы... Мне кажется, на это не согласятся ни власти, ни жители. Жилищное законодательство позволяет? Это не запрещает, оно это позволяет делать. Вопрос в том, что есть такие некие спящие нормы, где, допустим, в Москве работают, есть там софинансирование, а у нас почему-то не работают. Это почему у нас нету дополнительно источников из областного бюджета, из муниципального, из федерального для пополнения общего котла? Почему он не наполняется? А почему наполняется только деньгами собственников? А в законе прямо предусмотрено, что могут быть вот такие-то источники финансирования. Ну, потому что других расходов много. И то же самое по спецсчету. То же самое никто не запрещает финансировать эти источники. Было бы желание. Но и... это из области фантастики, мне кажется, вот сейчас. Ну, мы же можем, по крайней мере, в вашем эфире немножко это помечтать. Мы же ведь стремимся к тому, чтобы было лучше, а не к тому, чтобы вот сейчас сказать, все, ничего не получится, сделают 10 домов к юбилею города. Да не, ну сделают больше, Андрей. Справедливости ради сделали хорошо, много. Сделали 100. Много. В 23-м и в 24-м сделают много. Хорошо, у нас 10 тысяч многоквартирных домов. А что с ними? То есть, ну хорошо, ну сделают 500. Ну и что? Надо делать это все равно в комплексе. Если несколько миллиардов рублей лежит на счетах фонда, если 1,5 миллиарда рублей фонд потерял, это просроченная задолженность, которую невозможно взыскать. Я не вижу ни одного уголовного дела. В отношении людей, которые не платят? Которые бездействовали в тот момент, работая в фонде капремонта, в министерстве, в профильном, которые курировали эти вопросы. Как говорится, это крылатая фраза «Где посадки?» 1,5 миллиарда рублей. Ведь если бы это была копейка бюджетных денег, то здесь были бы задействованы все структуры. Ну да, там уже стояла бы Минфин, прокуратура, казначейство, там ОБФ, ФСБ и так далее. Из желающих наказать. Когда это деньги собственников, частных лиц, почему-то мы не видим ничего. То есть это уже какие-то другие, что ли, деньги? Не, ну я так подозреваю, что все-таки в Кировской области за капремонт не платят, наверное, не так много людей. Мы помним, когда начиналась вот эта вот вся история, да, со сбором платежей, тогда же были вот эти рейтинги каждый год, какой уровень платежей и неплатежей там в каждом регионе. И в Кировской области, по-моему, была достаточно благополучная ситуация, то есть там, по-моему, менее 20% не платило, потом еще меньше. То есть это вот, ну, ограниченная довольно категория собственников, которые не платят. Ну, и, вероятно, с них пытались все-таки как-то взыскивать и через службу судебных приставов, и еще как-то. Это если ну... пытались, мы договорим о том, что вообще не пытались взыскивать. А откуда сведения, что не пытались? Мне кажется, пытались. Как? Ну, это, во-первых, есть официальная информация, которая неоднократно была озвучена. Да, просто сумма разнятся. Есть цифра 500 миллионов, есть цифра 1,5 миллиарда. Угу. Это в любом случае, это деньги не маленькие. Пока, так как официальных проверок мы не видели, да, результатов, то, по крайней мере, говорить о конкретной сумме мы не можем. Угу. Говорить о конкретных людях мы пока тоже не можем. Но предполагать и озвучивать свое мнение о том, что как и что должно быть сделано, мы можем. Хорошо, это еще один источник. То есть софинансирование, работа с должниками. Есть что-то еще? Ну, более рачительное использование тех денег, которые все-таки есть в распоряжении. Да, более эффективно, я бы так сказал. Вот. И ведь никто не запрещает какие-то виды работ, например, там проектные работы проводить своими силами. То есть там, сделать проектный отдел, то есть сделать, там, нанять там, проектировщиков, получить свидетельство в саморегулируемой организации на проектирование, заниматься проектированием, сэкономить это время, деньги на подрядчиков. Это про фонд капремонта мы сейчас говорим, да? Да. То же самое какие-то остальные там, виды работ, там, технический контроль и так далее. Тем более с 1 сентября этого года сейчас будет практически обязательный технический контроль по капитальному ремонту. Соответственно, если это фонд,
проводит работы ПК премиум, то это будут деньги, соответственно, из бюджета или из фонда. Если это деньги собственников, то это будут со спецсчета деньги, потраченные на строительный контроль. Вот. Это в любом случае, это надо все предусматривать. Причем строительный контроль, в моем понимании, должен быть на стадии от заключения договора до приемки. То есть, а не так, что вот мы все сделали, принимайте. Ну, там же есть ведь и скрытая работа и так далее. Это что можно не увидеть. Из каких материалов, когда это было сделано, что там под шпаклевкой, под штукатуркой, там какие там кирпичи, я не знаю. А вот хороший, кстати, вопрос. Учитывая, что все-таки достаточно массово шли в уходящем году, в ушедшем году работы и в предстоящем году, скорее всего, тоже будет массово достаточно, по крайней мере, внешняя фасадная часть ремонтироваться. Ведь, наверное, контролирующие какие-то ведомства, организации, люди какие-то, они просто не успевают это все сделать. И вопрос того, что мы очень торопливо вот это вот все делаем, мы, я имею в виду вообще там город, да, городские власти, фонд капремонта, там министерство ЖКХ, не будет ли это все потом, я не знаю, не выльется ли это в какие-то проблемы. Ну, то есть мы видим сейчас внешнюю картинку, сделано красиво. Я не соглашусь с тем, что там большая часть домов делается только с фасада. Я вижу, что делается там и с дворовой части, и части там торцевые домов тоже делаются, приводятся в порядок. Вот. Но вопрос в том, как это делается. То есть у нас ограниченное количество бригад, у нас ограниченное количество времени и большое количество объектов, которые надо сделать. И понятно, что там на каждом объекте и собственники, и проверяющие какие-никакие, да, они требуют, чтобы сделали красиво и быстро. Делают красиво и быстро внешне. А насколько хватит этих работ? Это время покажет. Только так, да? Ну, конечно, мы ведь не Нострадамусы. Это тем более, что ведь... Вот а сама есть, эта риски, программа... есть риски того, что ненадолго хватит? Как с дорогами, например, там у нас бывает иногда. В нашей стране всегда есть риски чего-то. То есть, ведь программа капремонта появилась 10 лет назад. Угу. С декабря 2014 года мы начали платить. То есть программа была утверждена в марте 2014 года. Создали фонд капремонта. То есть то, что надо нам ремонтировать 10 тысяч многоквартирных домов, и по 1000 домов каждый год, это ведь не вчера было решение принято. То есть сейчас, по идее, должно уже вообще все сделано. Надо было сформировать рынок труда. Угу. Надо было создать условия для создания строительных компаний. Если кто-то сами, это не хватает строительных бригад, надо, соответственно, какие-то обучения проводить, людей на профпереподготовку отправлять. Самим в штате нанимать сотрудников, каким-то образом проводить эти работы, но это было 10 лет. Ну, за 10 лет я не увидел изменений вот именно в этом плане никаких. Так может сейчас вот научимся за эти 2 года авральной подготовки к юбилею? Нет, ну, естественно, так я думаю, что вообще даже в этом году мы сразу же все перевыполним план. Это шутка, Андрей улыбается. Но я надеюсь, что все-таки когда-то такое будет. И я думаю, что все-таки закончится история с посадками директоров фонда капремонта. Когда это журналисты спрашивают там директора фонда капремонта, а не получится ли так же, как с предыдущим, что вы там проработаете 3 месяца или полгода, и вас попросят уйти, или вы там сами, или там что-то еще случится, да что вы. А потом оказывается, что у него несколько аффилированных компаний, управляющих компаний, и так далее, и тому подобное, и в итоге все мы видели эти результаты. Ну, в общем, вот надо какую-то в этом плане стабильность. И чтобы стабильность-то была не в том, чтобы все просто работали и получали зарплату в фонде за счет областного бюджета в виде субсидий, а чтобы жители могли реально увидеть практический результат на своих домах. А не то, что вот там мы видим периодически, опять же, в СМИ показывают сюжеты, когда делают крышу, но почему-то система отопления прорывается и затапливает дома. Управляющая компания говорит, что это вина подрядчика, то есть фонда капитального ремонта. Потому что фонд капитального ремонта... На улице минус 20. Это генеральный подрядчик, по сути. То есть у жителей дома, у собственников, у них нет отношений там, с ИП Петровым, Ивановым и там еще каким-то. У них есть отношения только с фондом. Они платят деньги в фонд, и фонд уже там кого-то нанимает или сам что-то делает.
И, соответственно, когда в рамках капитального ремонта причиняется какой-то ущерб, который не связан с действиями управляющей организации, то за это должен отвечать фонд капитального ремонта. А получается так, что жители обращаются в управляющую компанию, она говорит, что это фонд, обращаются в фонд капитального ремонта, они говорят, что это подрядчик, то есть житель дома, там, собственник квартиры должен искать какого-то подрядчика, с кем-то там судиться, у него в итоге денег нет, это неправильный путь. То есть законодательство построено таким образом, что жители защищены в этом плане, и они должны обращаться непосредственно к фонду капитального ремонта, если при проведении капитального ремонта им был причинен определенный ущерб. И вот, ну, не должно такое быть, там, когда, вот я говорю, делают крышу, а ломается что-то другое. Но надо как-то реагировать, и в первую очередь надо реагировать, обращаться везде, писать претензии, фонд капремонта в управляющей компании, составлять акты об ущербе, делать оценку ущерба, просить компенсировать этот ущерб. Если, конечно, отказываются, уже тогда обращаться к юристу и обращаться в суд. Ну, в прокуратуру, еще куда-то, да, в какие-то органы, которые представляют интересы пострадавших. Можно и обратиться, да, в прокуратуру, но если вопросы касаются твоих денег, то надо уже обращаться самим непосредственно в суд. Угу. Ну, мы как-то так сосредоточились вокруг темы капремонта. Все-таки юбилей наш — это не только дома, да, это еще и в целом подготовка города. Понятно, что там парки у нас делаются, еще что-то, какие-то инфраструктурные проекты реализуются. И вот есть большие опасения, как мы следующий год, вот этот наступивший, будем проживать, скажем так, да, как только начнется теплый сезон. Понятно, что будут ремонты, понятно, что дороги какие-то будут делать, будет, наверное, программа вот эта вот комфортная среда по-прежнему продолжаться. Не встретим ли мы юбилей? А юбилей у нас такой растянутый во времени получается, от июня месяца, когда День города у нас традиционно, к сентябрю, когда будут праздновать официальный юбилей Кирова, 650 лет, и к декабрю, когда там Киров будет проводить мероприятие новогодней столицы России. Вот не получится ли так, что всю весну и там часть лета какого-то мы будем жить в раскопанном городе, скажем так, да? Потому что все авральными темпами будут там, я не знаю, перекладывать трубы, делать тротуары, асфальтировать дороги и еще что-то. Ну вот этот год, прошедший, точнее, год уже показал, что ремонты коммуникации, а в первую очередь это тепловые сети, это строительство, реконструкция, замена. По итогам 2023 года там что-то под 90 километров тепловых сетей переложили, если верить информации основному поставщику тепловой энергии. И мы видели, во что превратился город, по крайней мере, дорожная инфраструктура города, когда здесь же недалеко от вас, там на перекрестке Энгельса и Карла Маркса, было все перекопано, и я уж не говорю про другие улицы города. В районе ЦУМа, ЦУМа, Воровского, да, и много где. Вот. И, скорее всего, мы в этом году каких-то новых тенденций или трендов не увидим. То есть будет примерно то же самое. Да, будет примерно то же самое. Надо потерпеть. Да, но надо перед тем... Зато у нас не как в Подольске, смотрите. Да, но перед тем, как это заменить, это все инженерные сети, надо обязательно еще свежий асфальт новый положить. До сих пор не научились у нас, да, это правда. Вот, а то нельзя же. Согласовывать. Это старый-то асфальт надо, лучше новый сломать. Ну, а по поводу Подольска, это вообще, на мой взгляд, какой-то уникальный случай. Вот это все Подмосковье, которое замерзает. Говорили, что это европейцы замерзнут, но почему-то мерзнут россияне. Европейцы тоже мерзнут, я вам скажу. На побережье Балтийского моря тоже не весело. Я подписана на несколько групп, в том числе Юрмала, да, там много красивых фотографий. Люди пишут, что минус 22 на Юрмальском побережье, такого не было как бы очень давно. Ну, по крайней мере, по Первому каналу они показывают сюжеты, как они жгут костры. И выходят там с плакатами «Включите нам тепло». Вот. И вот уникальный это случай в том, что, по сути, частную котельную национализировали. Ну, сейчас, да. Да. Вот. И это такой тревожный звоночек, по сути, всем остальным. Кто плохо работает. Поставщикам, да. И мы ведь не забыли тот случай, который был там, условно говоря, 7-8 лет назад, когда северная часть Кирова замерзала.
когда была авария на ТС-4. Вот, мы это прекрасно помним. Я вот уже не помню, Андрей, знаете. Вот, видимо, меня не коснулось. Ну, значит, вам повезло. А жители северной части города, которые выше Воровского, они это прекрасно помнят. Уходим на рекламу и продолжим через 1,5 минуты. Особое мнение на 101 FM. Член экспертного совета при региональной службе по тарифам и член Ассоциации юристов России Андрей Воробьев в нашей студии. Мы продолжаем, возвращаясь все-таки к теме подготовки к юбилею, раскопок и всего остального. Все понятно. Работать надо, да, там контролировать работы надо, надо вовремя там все заканчивать и прочее. Ну, что делать? Износились сети у нас. Вот. Масштабные реконструкции причиняют неудобства, ну, наверное, в чем-то как бы и облегчают нашу жизнь впоследствии. Вот. И понятно, мы сейчас боремся с последствиями. Понятно... А кто анализировал причину? Кто эти сети обслуживал последние 20 лет? А, вы, Андрей, предлагаете этих тоже посадить? Я предлагаю разобраться, по крайней мере, что в чем причина. Так, ладно. Ну, в общем, все масштабные работы так или иначе требуют вложений финансовых. В том числе и мы понимаем, что так или иначе частично, по крайней мере, жители оплатят, да, все, что происходит. Ну, наверное, это и правильно, а может быть и нет. Вот. И, насколько я понимаю, в декабре было заседание как раз экспертного совета при региональной службе по тарифам. В июле нас ждет повышение тарифов на все. Ну, а как же? Это 1,5 года, да, это нам говорили, что вы будете жить по стабильным тарифам, не будет повышения, зато вот в июле 1 июля вы увидите повышение сразу на 9,8%. То есть здесь это 9,8%, это, опять же, такой индекс роста платы граждан, что-то такое среднее по больнице. И в рамках вот этой цифры... 9,8% это в Кировской области? Это по всей стране, по сути. По всей стране? Да. Там, за исключением там, отдельных случаев, у нас ведь может еще и губернатор, ну, в нашем-то случае так оно и осталось, но в других-то регионах еще губернатор может увеличить этот процент. Вот. И получается, что, вот, например, по теплу мы увидели, мы слушали доклад организации, которая занимает у нас доминирующее положение в городе, основной поставщик тепла, слушали доклад, какую-то стратегию, перспективу развития, и, честно говоря, мы, кроме... Ну, это мое личное мнение, я его озвучивал и задавал соответствующие вопросы. Вот кроме цели перекладки труб, да, то есть вот мы не услышали какой-то дальнейшей стратегии по повышению эффективности, по снижению тепловых потерь. А разве перекладка труб, замена старых на новые не подразумевает потерю, там, точнее, снижение теплопотерь? Если была какая-то старая неэффективная изоляция и будет современная новая, то, конечно, да. Так. А если просто перекладывают старую трубу на точно такую же другую, то, ну, наверное, нет. Вот. И, условно говоря, 1/5 всего того, что производит ТЭЦ, оно просто теряется по пути до потребителей. То есть мы, по сути, отапливаем улицу. Эти 19% тепловых потерь, ну, это очень много. Это очень много, и, конечно же, надо с этим работать. Кроме того, мы рассматривали вопрос, насколько эффективно работают вообще сами тепловые электростанции. И там тоже есть предмет того, чтобы повышать эффективность, потому что тот коэффициент полезное действие котлов, которые работают на станции, получается, по тем цифрам, которые вот теплоснабжающие организации озвучивают, там 86-87%, точнее, не озвучивают, а по которым они работают, по сути. Вот. А при паспортном КПД 92% мы понимаем, что вот те 6 там, процентных пунктов, это тоже очень большой потенциал. И вот если работать, по крайней мере, по минимум по двум направлениям, то есть по повышению КПД котлов и по снижению тепловых потерь, то можно как минимум остановить рост тарифов на какое-то время. Или, по крайней мере, его замедлить. А, потому что у нас, если кому-то скажешь, что тарифы расти не будут, они тебе просто не поверят. Они скажут, ты что-то... Так не бывает. Да, это так не бывает. И поэтому лучше говорить, что замедлить рост. Вот, это более реалистично. И в нашем случае мы видим, что вот те цифры, практически 9,8%, мы увидим рост на отопление, на горячую воду. По остальным
По остальным... Что еще дорожает? Холодная вода тоже дорожает. Ну, дорожает все. А, ну да. Давайте конечно. С этого начнем. Даже яйца. Яйца. Эрдоган... Да. Вот эти все шуточки, да. Отвлекаться не будем. Да, так, не будем. На воду, на что еще? Вывоз отходов, что еще подорожает? Основной рост — это вывоз отходов и тепло. По воде рост чуть поменьше, ну, и там, а по водоотведению чуть побольше. Не настолько большие Это совокупные затраты, да, платежки, они не так сильно, и это практически незаметно. Но есть ведь еще другие проблемы вот в этих сферах. Потому что сейчас, так сказать, оборонка, она, по сути, перетащила рабочих, рабочие руки перетащила. Да, кадровые проблемы. Себе кадровые проблемы. То, о чем говорят очень много в последние практически годы. Практически у всех. Практически у всех. И в сфере электроэнергетики, теплоэнергетики. Везде есть проблемы. Чуть получше ситуация в водоканале, потому что там зарплаты средние чуть повыше. Вот. Но проблема касается всех, а это очень серьезная проблема. И вот, не дай бог нам повторение ситуации в Подмосковье, то количество аварийных бригад, которые может потребоваться... Внезапно, да? Внезапно. Мы их просто можем не успеть сформировать. Но я имею в виду, мы, те службы, да, имею в виду регион, те самостоятельные организации, которые отвечают за свои сети. Просто эти люди уже работают в других местах, ну, известно где. Их не перетянуть обратно, потому что... Не перетянуть, потому что зарплаты на порядок больше. Понятно. Перекос такой у нас. Ну, давайте под занавес. У нас буквально минута остается. Под занавес все-таки о хорошем немножечко, да, скажем. У нас ведь, я так понимаю, грядет некая, ну, некий подарок, что ли, для ограниченной части жителей. Отмена банковской комиссии за оплату услуг ЖКХ. То, о чем долго говорилось. Насколько это будет значимо и вообще кого коснется? Но кого коснется, это еще должно установить правительство, да, то есть это перечень тех социальных категорий. Ну, то есть это коснется не всех? Коснется... Это коснется не всех. Это определенно коснется не всех. Вот. Но я думаю, пенсионерам, каким-то отльготникам, там, ветеранам и так далее, я думаю, что это необходимо действительно. А почему только сейчас пришли к этому решению, Андрей? Ну, я думаю, вы ответ знаете. Нет. Нет? Нет. Но я вам за эфиром скажу. Хорошо. Ну, подождите, но это же логично, да? Особенно учитывая, что есть сейчас онлайн-банки, при помощи которых можно многое делать без комиссии, ну, в том числе и пенсионеры у нас тоже погружаются в эту цифровую. Ну, тут очень просто, если банки отменяют комиссии для физических лиц, то, соответственно, повышаются тарифы на обслуживание РКО для юрлиц и предпринимателей. Это на расчетно-кассовое обслуживание. То есть, думаете, банки свою денежку все равно получат просто с других категорий? Они ее получат, просто вопрос в том, что надо ли нагружать сейчас бизнес. Ведь многие банки сейчас говорят, бесплатное открытие счета, бесплатное обслуживание первый год. Вообще обслуживание счета бесплатно, только там, допустим, какие-то банки говорят 1% там, с поступлений, там, с каких-то там что-то еще. В общем, где-то, если где-то прибавится, значит, где-то отрежется, да? Да, банки в любом случае в минусе не останутся. Спасибо Андрею Воробьеву. Не знаю, будем ждать этого года. Хорошим о банках поговорили. Да, да. Будем ждать этого года. Все-таки надеюсь, что строительные, инфраструктурные какие-то изменения, они не сильно повлияют на нашу жизнь в этот юбилейный год. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101 FM.